Мы в прямом эфире. Да, мы в суде. Горсуд. Адвокат вон он. Вон он идет, ваш адвокат. Все, сейчас познакомьтесь. Нормальный, честный адвокат, не государственный. Как вам там условия? Ну так-то нормально все. Держитесь? Ребята нормальные. А идут не с вами в камере? В камере со мной. Вместе? В одной камере? Ну, хоть легче так. Туда же еще наши привезли двоих. Да, Ермека и Мурата. Гену еще вчера взяли. У Гены гипертонический криз случился. Его по больницам повозили, отказали в госпитализации, всю ночь таскали до 4 утра. И теперь держат его в РОВД, ему снова утром вызвали скорую. Не отпускают его и не судят, и не знают, что делать. Вот так вот. Так, адвокат же один. Правильно, сначала вот. Сначала ваш суд. А вот так, а у нас же вы ходатайствовать будете о прямом эфире, да? Привет. Хочу сказать, Бижана привезли в суд на Маркова сейчас. Забрали. Бижана? Бижана, который Бржан. Только что сообщили. Комс Вайул? Да. Батурбала который? Да. Так. Пусть от нас тут интересно. Айдос вот в том кабинете. А он уже там? Да. Ну, у него суда не будет же без адвоката в любом случае. Поддержку же на узенцев, там все люди приходите, чтобы поддержать же будет на суд. То, что китайские против китайского. Мы так есть, мы против китайского. Почему государство нас сажает за это, мне этого даже не понятно. Вы считаете, что ваш процесс прошел законно? Я считаю, что он прошел не то, что законно, а то, что адвокаты. Мое мнение никто там не спрашивает. Я сказал, фотографии есть у них. Вы говорите, не отказывались, что вы были? Я был. Все, вина доказана. Смешно, как вообще, балаган. Вас где взяли? Я сам пришел. Задержали. Я сам пришел. В суд пришли? Нет, не в суд, я в смысле... Математ. По повестке. А? Нет, сюда вы имеете. А сюда? Сюда же нас привезли уже. Не-не-не, имеется в виду. А, вот в суд. С чего началось все? Да-да-да, как вас поймали? Видите? Нет, меня не ловили. Домой пришли, это я сам пришел. Вы куда, в Бустандырске хотите? Да. А так я не убегал, ни от кого ничего не скрывать. Когда вы взяли на аспекте? Повестку вам вручили тогда? Сейчас скажи, что вы не дома? Нет, когда имеете? И в тот же день? Участковые пришли, жена мне позвонила, что здесь участковый, повестку принесли. Я говорю, я сейчас вернусь, я-то уезжал далеко. Я вернулся, встретил их, и мы поехали дальше. А так не было. Я, в принципе, мог спокойно уехать, скрыться, все остальное, я эгоист. Вы до этого привлекались? По Айдосу идет суд? Да. Так, по Айдосу суд идет. Мы в эфире сейчас неправильное имя сказали. Бержан Кумысбек Тегэ. Так, а почему без адвоката идет суд? Адвокат? Да. Я здесь стою. Пойдем. По компьютеру я здесь стою. Радиозаток. Есть, да, у вас? Презентация? Да, конечно. Предоставить?
А блогерам? Ну, блогеры, которые независимые. Которые к СМИ пришли. Которые тоже отношения к СМИ. Я участвовал. Я думаю, что в этом нет противозакона. Я так считаю. Поэтому я участвовал. То, что изложено в рамках протоколе о том, что были их высказывания не китайской экспансии, Китай был на Жоу-Жо, Китай был спасен на Жоу-Жо, по Фукусима экспансии. Это подтверждает, да? Это пока ты Властный культурист, да? Да. И высказывания о том, что строительство против строительства 50 китайских заводов, вернуть основных какого заходу, закрыть китайские школы, расположенные на территории города, освободить по ним заключенных. Такие требования были? Да. Сказали, да. А какое было разрешение местного исполнительного органа Акимата на проведение данного публичного мероприятия в области? Мы их уже просили у Акимата. Как по закону уже написано, что каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на проведение мирных пикетов, акций. Поэтому мы провели эти акции. И как Акимат предупреждали нас, типа, сначала надо брать разрешение у Акимата, мы ходили в Акимат, чтобы брать разрешение, и они не дали. Вы находились возле здания Акимата, да, города Алматы, на площади Республики? Да, находился. Нам говорили, что нужно разойтись, четыре законы. Мы разошлись. Нам, да, говорили, мы разошлись.
приглашали и вас не задерживали? Нет, вас вообще не задерживали. Не задерживали. Задержали только на 16-го, если? Да. Есть вопросы? Ну, вообще, получается, вы как признаете, да? Признаете, что выходили на... Да, я признаю, да, я хотел, да. Но в этом, я думаю, нет необходимости, чтобы так смириться. Это, ну... Сейчас что против суда? Сейчас? На свободу. Да, не только. Есть пациент, именно. Да, это хорошо. К вам вопрос. Я бы вопрос задал. Вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот, когда вы были на площади, какие-то нецензурные брани от вас, что-то связанное, мусор или там, был такой, общественный транспорт мешали? Нет, такого не было. Не было, да, такого, да? То есть общественный порядок вы не нарушали? Нет. Не нарушали. Теперь вопрос вот второй. Скажите, вот это было 4 сентября, да? Задержали 16-го. Вот 12 дней, ну, 2 недели получается. Вы знали, что есть производство, что именно вами занимается полиция? Я не знал. Не знали, да? Да. То, что вот, суд будет 16-го, вы знали об этом? Нет. Нет, не знаю, да? А кто-нибудь вам сообщал из полиции, что да, действительно, что вот, именно в отношении вас идет производство? Какие-то уведомления вам вручали, нет? Нет, не знаю. Повестку вам вручали? Нет, мне сначала, когда я сидел с друзьями в компьютерном клубе, в кафе, там я сидел, один участковый полиции подошел и сказал, что идет проверка там, документов. Сначала там других ребят спросили, там, да, типа, проверка, покажи удостоверение. Они показали, и меня просто не было, я потерял удостоверение. И на восстановление подать не успел. И потом он сказал, давай пройдем с нами там, проверим. Попали за документы, и резко я на машину сел, участвовал там, тикета. Я сказал, да, участвовал, как-то сомнамный путем, там, меня отвезли в суд, и там дальше... Сам, это какое число было? Сразу осудили. Это какое число было? Это было 16. 16, да? А как они вас нашли? А? Как он участкового нашел? Он вас налили в суд, мои? Мне показали в суде фотографии, где я стоял. Нет, нет, именно что в компьютерном клубе. Как вас нашли там? Я вот об этом не знаю, честно. Вот сидел. Вы не знаете, да? Да. За вами кто-то следил, ходил или что-то. Вы не чувствовали? Я не чувствовал, если честно, не чувствовал. Я как спокойно сидел, когда обычно. И неожиданно приходит участковый. Представился? Он, да, представился, потом, типа, идет такой проверка, прошу садиться в машину, если у вас нет документов. Я смотрю, тебя целесал, и сел на машину, дальше отвезли суд, сразу там осудили. Вас с какими документами знакомили? Именно вот, полиция, сколько времени вы находились в полиции? Я сразу суд отвезли. Сразу, да? Ну, да. В течение какого времени? В течение 4-5 часов вечера сразу отвезли в суд. Вас сколько с компьютерного клуба везли? Там где-то 3. 3, да? А осудили? Где-то 7. 7, да? Теперь скажите, вот вы участвовали в митингах 4 сентября. Вот вы... Для чего это вышли? Для того, чтобы довести свои, скажем, взгляды, свои видения до государственных людей, просто, ну, как сказать так, поучаствовать в этой общей толпе? Я, если честно, я хотел
свое мнение высказывать, как в законе разрешено, и вышел, что высказывать свое мнение. То есть вы озвучите, хотите свою гражданскую позицию, да? Да, гражданскую позицию. Да. То есть вы общественный порядок не нарушали? Я не нарушал, я просто высказал свое мнение. Теперь еще один вопрос. Скажите, вот когда работник Акимата вышел, это когда он примерно перед вами появился? Кто? Вот работник Акимата, который вам объяснил, что митинг не санкционирует, что нужно закончить свое, скажем, шествие по одной площади. Это мы сначала, когда собрались, после сразу они вышли там, дали интервью, потом они зашли в Акимат. Нет, после именно, мы... именно работник Акимата, когда вам сказал, что вы... Чтобы... Да, вот я же говорил, да. Потом они через часа два вышли и сказали, что вам надо разойтись. И вы разошли, да? Да, да. Да? Да. То есть после того, как вам официально сказали, что надо расходиться, вы пошли домой. Да. Правильно? Да, да. Все вопросы. Так, а каким образом вам стало известно, что будет проводиться? Я сидел в этом социальных сетях и увидел, что люди высказывают свое мнение в правильном эфире. Сказали время конкретно, место где-то будет? Нет, я в прямом эфире увидел, что люди собираются, и пошел, чтобы сказать свое мнение. А вот этот плакат, у вас же в руках плакат, откуда он находится? Плакат там мне дали. 200, да? Да. Ну, вот вы сами сказали, мы просили разрешение, но вам не дали разрешение. Это что, до этого мероприятия был запрос, заявление, подача разрешения? Да, до этого несколько раз было. Когда было это? За день, за два или за несколько дней? Ну, где-то за неделю. То есть за неделю вам было известно, что 4 сентября будет мероприятие, что школа нам заявили на его проведение. Потом уже 4 будет конкретно что уже идет. Да, я как-то слышал, но в интернете я видел, что там собираться в такой заведение, поехал, чтобы поддержать всех. Хорошо. Вопрос еще дополнительный. Скажите, вот когда вам стало известно, что митинг, вам не дали разрешение на митинг? Когда вам стало известно? Именно когда вышла работник Акимата или до этого? До этого? Нет, вы не поняли. Так, вот. Хорошо, все, уже ответ дали. Так, материал дела у нас имеется рапорт участкового инспектора, указывал о том, что 4 сентября в 10 часов 10 минут было здание представлено. Таким образом, Алматы расположены на площади 4 Базахана, был перевез около 20 человек. Люди открыли протест, собравшиеся перед входом здания Акимата раскрыли 4 плаката, транспаранта с текстом «Я китайская экспансия», пытаясь заполнить «Жоу-Жоу», экспансия сына «Жоу-Жоу», «Ново Тушина Спенчина». В своих требованиях высказывали протест после проведения ушкарной акции местной исполнительной органы не подавался, согласно ответа Акимата 16 сентября 2019 года, разрешение 4 сентября 2019 года на проведение ушкарной акции не удавалось. Вместе с тем, Батархан, многие граждане проигнорировали эти семьи, представители местных исполнительных органов продолжали акцию протеста. Он сам нарушил требования статьи 3, 4, 8 закона о порядке организации проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов, демонстраций, восстаний. Также сообщение Управления общественного развития города Алматы о том, что не давалось разрешение на проведение публичных мероприятий 4 сентября. Ну, что так не состоит.
надписью «Против китайской экспансии» на английском языке. Также имеется фотография с места. Так, пожалуйста, адвокат. Уважаемый суд, именно право граждан участвовать на мирном митинге Республики Казахстан гарантировано статьей 32 Конституции Республики Казахстан и статьей 21 Международного пакта о гражданских правах. Казахстан ратифицировал данный документ 28 ноября 2005 года. В соответствии со статьей 1, частью 4, международные договоры, ратифицированные в Республике Казахстан, имеют приоритет при настоящем кодексе применять непосредственно. То есть в данном случае нужно руководствоваться именно статьей 4 и статьей 21 международного пакта. То, что касается по нарушению процедуры. 4 сентября был митинг. Протокол о административном правонарушении составляется незамедлительно. То есть есть нарушение, либо доставляет человек, либо составляется. Проходит 14 дней. Если человек знает, что в отношении него идет административное производство, он должен был об этом знать. Должен был об этом знать. То есть уведомление. Вот как человек аварию сделал, то же самое административное. Он знает, когда у него суд. Административный протокол четко написано дата, когда прийти. Здесь течение 12 дней, человек ничего не знает. Потом обманным путем находит его, каким путем находит, обманным путем сажает машину, приводит в РУВД, без всякого объяснения, приводит в суд и в отношении него применяет административный. Это вообще нарушение, очень давно именно нарушение процессуального гражданского кодекса. Мы считаем, что каждый гражданин имеет право выступать, выражать свое. И это наше конституционное право. Базархан общественный порядок не нарушал. Деревья не ломал, не мусил. Высказал свое мнение работник акимата. Через два часа, когда они вышли, после совещания к акимате, и сказали, все, ребята, два часа вы здесь провели, все, можете идти домой. Он развернулся и ушел оттуда. То есть он исполнил указания работника акимата. То есть само именно действие законодательства Республики Казахстан, именно 1.6, он и предполагает. То есть там четко написано. Да, регулируют законы, а в законе. То есть, если не совсем митинг, в первую очередь выступает работник исполнительного органа. Если после этого люди не расходятся, то они дают команду правоохранительным органам, в данном случае полиции, принять меры. То есть, именно команды от исполнительного органа, органа полиции не было, чтобы какие-то в отношении митингующих были приняты. Почему-то эта мера только через 14 дней появилась. То есть здесь именно нарушение и закона, и конституции. Поэтому я считаю, что именно в отношении Базархана у него действия в составах административных нарушений нет. Поэтому я считаю, что решение суда административного нужно отменить. Мер все. Спасибо. Так, пожалуйста, прокурор. Уважаемые судьи, участники процесса, мы смотрели апелляционную жалобу по административному делу в отношении Базарханова Айдуса Айдара. Заключенного по части 1 статьи 488 Кодекса об административном правонарушении. Здесь в ходе своего выступления адвокат указал о том, что он участвовал в мирном митинге. Но, как все мы все знаем, проведение и участие в мирных митингах на проводится согласно закону о проведении и организации или проведении собрания митингов, шествия, пикетов, демонстрации или иного публичного мероприятия.
несоблюдение указанных требований об учете административной ответственности. В ходе данного судебного заседания сам Полушев, в принципе, не отрицается своего участия, об этом знал заранее, и также в ходе пояснения указал о том, что заранее знал о том, что местность Полушева для проведения данного митинга разрешения не давалось. При таких обстоятельствах я считаю, что суд первой инстанции дал правильную оценку действиям правонарушителя. Я считаю, что суд первой инстанции действия правонарушителя принесло верно и назначил соразмерное взыскание в рамках санкций статьи. Таким образом, на сегодняшний день в ходе данного судебного заседания каких-либо оснований для отмены или же изменения постановления суда первой инстанции я считаю, что установлено не было. В этой связи, полагаю, возможно, данное постановление снять себя. Так, значит, коллеги, рассмотрю жалобу Сашкубаева на постановление административного суда от 16 сентября 2019 года. Постановляет данное постановление оставить без изменений, жалобу предоставлена без удовлетворения. Значит, по тем позициям, которые высказаны были в жалобе, нарушений международных договоров, Конституции, то статья 32 Конституции говорит о том, что имеет право на свободу слова при условии соблюдения требований закона, то есть специальный закон о порядке организации проведения мирных собраний митингов общественных комитетов говорит о том, что данные действия должны быть согласованы при единстве решения местного исполнительного органа. Причем подается заявление. Однако данное требование не было выполнено, поэтому имеется нарушение закона. Кроме того, по мере взыскания, суд считает обоснованное избавленное взыскание в виде ареста, поскольку данное действие не имеет практического подготовки. Также можно сказать, что граничит с правонарушением, связанным с ожиданием медицинского наказания. Поскольку китайцы – это не только граждане Китая, если есть те граждане, которые проживают в республике Казахстан, китайской национальности. Поэтому мера взыскания изменена. Значит, какое бы постановление получите, вы можете обращаться с ходатайством в прокуратуру, либо в полный суд, либо в слот, либо в слот, либо в слот. У вас много раз идет. Вот и потом идет Олег. Это Урфан Дефишин. Исповедимый. Сейчас у нас в Казахстане полный беспредел. Сейчас если будет такой же, нужно сказать, что... Человек просто очень осудили за то, что он не сказал слово. Мнение слова. Пошли туда. Что вы на сотрудничество Гоза Матнёвского.